Центральная городская больница ждет поступления нового оборудования. За счет средств окружного бюджета приобретен логотерапевтический комплекс «БОС». Он предназначен для профилактики и коррекции нарушений речи. В диагностическое отделение куплен импортный аппарат УЗИ. По программе «Модернизация здравоохранения» будет получен тромбоэластограф «Меднорд», который позволяет работать с цельной кровью без использования реагентов и реактивов. Также благодаря окружной программе в учреждение поступит инкубатор интенсивной терапии для новорожденных. Новое оборудование врачи Ноябрьска ждут уже на следующей неделе.